Меня зовут Бунчко Анастасия Игоревна, мне 18 лет. Я первокурсница педагогического института, учусь на социолога. Анастасия ведет активный образ жизни, она подрабатывает моделью, она ищет себя. Иногда хочет выглядеть более роковой, экстравагантной женщиной. Но она достаточно молодая для роковой женщины, наверное. Хотя, наверное, можно поискать. Совершенно недавно вот рассталась около месяца с моим молодым человеком. Прожили вместе 2 года. И очень бы хотелось, чтобы когда меня увидели... Друзья обязательно ему сказали, что потерял такую красотку, и зря ты это сделал. Привет! Здравствуйте, привет! Меня зовут Дима. Настя. Алексей. Денис. Настя, присаживайся. Настя, а что бы ты хотела? Я очень хочу такую креативную какую-то прическу, чтобы я прям зашла, и все внимание только на меня, что прям вот такая звезда. Нам нравится твое желание, и мы готовы тебе его исполнить. Это такая как бы стрижка на основе бабетты. Это объемный затылок, цвет будет такого очень темного баклажана. Он подойдет для ее цвета глаз, они у нее зеленые, и для ее цвета кожи. Полярис – один из трендов 2011 года. Прически четкие и гладкий, цвет волос темный. Образ довершают яркие глаза, подчеркнутые брови и максимально естественные губы. Это образ успешной и мужественной женщины. Буду делать акцент на глаза. Глаза у нас будут иметь растушевку в цвете от темного к светло-коричневому. Это будет очень хорошо подходить к цвету волос. Ты готова себя увидеть? Нет. Соберись с мыслью. И давай закроем глаза. Да. И на счет 3. Раз, 2, 3. Ой, мамочка. Образ такой стервозный. Такой девушки, которая сама по себе такой кошки. Чтобы подчеркнуть зеленый цвет глаз, лучше использовать контрастные оттенки, а именно розовые, оранжевые или красноватые. При этом тени можно нанести на верхнее веко, а нижнее оттенить цветом, который максимально похож на оттенок ваших глаз. Мы открыли глаза, мы их подчеркнул Денис, глубину глаз. Алексей сделал тебе цвет волос. Но форма, не обессудьте. Мы спасибо посчитали, большое. Что так тебе будет лучше. Я тебя всех обниму. У меня появился какой-то внутренний стержень, который был раньше, но сейчас он просто стальной. Абсолютно уверена, что мой бывший пожалеет, что бросил меня.